Древний колодец какой-то за палаткой. Ну, какой-то маленький. Неглубокий. И еще какие-то древние камушки выставлены. Всякие разные. Закладная плита с гербом консула Марини и латинской надписью о строительстве храма в честь святых Петра и Павла. Кафа, ну это Феодосия, 1399-1400 известняк. Везде есть надписи, что на арабском нацарапано. Плита закладная с армянской надписью. Господи, кого тут только не было. Фрагмент закладной плиты с гербом рода Дория или Дария де Аурия. Латинской надписью стенами 1 июня. Кафа. Это какие-то львики. Мраморные львы. 3-1 века до нашей эры. Офигеть. Офигеть. Вот так вот они себе львов представляли. Так, пойдем пушки посмотрим.